Всем привет, с вами Дов. Сегодня мне принесли BlackBerry Bolt 99.00, и будем менять на нем дисплейный модуль. Вот так он выглядит, состоит из дисплея и тачскрина. Вот, все работает, телефон абсолютно рабочий. Единственное, здесь у нас вот есть видны полоски. То есть был удар, скорее всего, в центр. Из-за этого матрица повредилась, образовались вот такие вот полоски. Итак, выключаем телефон. Снимаем крышку. Очень мощный телефон, несмотря на свои небольшие размеры. Тактовая частота процессора такого BlackBerry составляет 1200 МГц. Снимаем батарею. Снимаем пластик нижний, защитный. Вот этот вот. Аккуратно, старайтесь не царапать. Отверточка на Т5. Снимаем два болта. Не путайте болты, особенно в этой модели. Далее поддеваем вот так вот клавиатуру по бокам, аккуратно вытаскивайте, аккуратно, потому что она держится на шлейфе. Такой вот кабель присоединяется разъемом к плате, снимаем его. Далее два средних болта черного цвета откручиваем, они меньше размером, чем нижние. Далее сдвигаем экран вниз вот таким вот образом, откручиваем два болтика верхних, они тоже совершенно разные, как видите. Поэтому прошу их не путать. Можно повредить плату, а то и дисплей. Сняли болты. Таким образом снимаем заднюю рамку. Далее. Будьте аккуратны. Плата у нас пристегнута двумя разъемами. Вот один разъем кнопки. Кнопки боковой и разъем самого дисплейного модуля. Отстегиваем его. Такие разъемы вы, наверное, уже встречались с такими. Вытаскиваем модуль, соединяем новый и проверяем. Проверяем дисплей, проверяем работу тачскрина. Ставили, застегнули. Вытаскиваем старый дисплей пока. Давайте ставим заднюю рамку, так чтобы батарея держалась плотно. Как вы уже знаете, BlackBerry не надо включать. Включается сам автоматически. Главное, чтобы батарея была заряжена. Итак, вставили батарею. Дорожка загрузки пошла. Как минимум, экран наш в порядке.
Сейчас телефон загрузится, проверим тач. Вот он, разъем тачскрина соединен здесь. Кстати, можно легко поменять отдельно тач, отдельно дисплей, отдельно. Они не сидят на силиконе, единственное, не по бокам. Вот здесь сидят на двустороннем скотче. Так что, в принципе, у этого дисплейного модуля тач вполне в порядке. Его можно будет еще использовать. Вот. Плюс ко всему, он еще и с защитным пластиком защищен. Если пластик снять, то вообще там новый будет. Так что имейте в виду это. Единственное, нам отсюда нужно будет снять динамик верхний. И загрузился телефон. Давайте проверим тач. Тач работает. Вроде все в порядке. Думаю, можно менять. Снимаем батарею. Снимаем пока наш новый дисплейный модуль. Давайте переставим со старого модуля динамик. Точнее, тут даже не динамик, а целое устройство у нас. Динамик и составная датчика сближения. Таким образом снимаем. Переставляем на новый дисплей. Давайте динамик верхний почистим. Сильно запыленный у нас. Вставляем динамик. Итак, далее нам нужно ставить в рамку наш дисплейный модуль. Таким вот образом вставили, чтобы было видно. Теперь берем плату. Застегиваем. Сначала дисплейный модуль. Пристегиваем разъем дисплейного модуля к разъему на плате. Пристегнули, защелкнули разъем, ставим плату. Не забудьте вот этот вот разъем боковой кнопки. Застегнули разъем. Далее дисплейный модуль оставили в таком состоянии, сдвинутом. Вот видите, наверху, чтобы оставалась щель для того, чтобы мы закрутили болты. Далее вставляем все это в заднюю рамку. Закручиваем болты. Еще раз повторяю, не путайте. Вот эти вот болты, короткие светлые болтики у нас были сверху. Закручиваем их вверх.
Теперь задвигаем экран. Закручиваем средние болты черного цвета, тоже короткие. Установили. Ставим клавиатуру. Сначала пристегиваем вот этот вот разъем к плате. Очень тонкий, аккуратно с ним. Не давите, не применяйте силу. Далее вставляем саму клавиатуру. Вот она у меня, видите, уже пристегнутая. Начинаем сверху, то есть вставляем вверх, вплотную к экрану. И по периметру таким образом опускаем. Низ и самые длинные болты, вот самые первые, которые мы скручивали, закручиваем уже на низ. Ставлю батарейку, пусть телефон загружается. Таким вот образом 10-12 минут времени меняется дисплейный модуль, сборный дисплейный модуль. Кстати, заменить одно стекло или там один экран, у вас на эту работу у вас уйдет времени немного побольше, чем на полный дисплейный модуль. Он дороже в цене, конечно, но... Итак, друзья, всем спасибо за внимание. Это был BlackBerry 9900. С вами был Дов. Подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы. Всем удачного дня, до свидания.